Сегодня мы займемся не совсем обычным делом. Сегодня мы приведем в порядок нож, имеющий определенную историческую ценность. Все дело в том, что это обрезок штык ножа Deutschen Soldaten unter Offizieren, немецкого в общем. В первую очередь я займусь изготовлением главной части ручки. В качестве материала использую элемент советского стула. Точно породу древесины вам не скажу, но точно зато могу сказать, что порода твердая. Вероятнее всего бук, ну или дуб, что-то такое. Какая бы порода ни была, токарному станку в принципе безразлично. На нем я и подправляю торцы заготовки. Что касается покрытия в виде лака, то его удаляю крупнозернистой наждачной бумагой. Можно было бы задействовать какой-нибудь химикат, но мне показалось, что наждачкой будет быстрее и качественней. Некоторое время назад один мой хороший знакомый подписчик прислал мне очень необычный материал. В чем его отличительная особенность? Особенность его в том, что он многослойный. То есть пластик черного цвета между двумя алюминиевыми пластинами. Именно из этого материала я изготовлю так называемый больстер и заднюю накладку. Олег, спасибо за сей материал. Большое. Предварительно нахожу и отмечаю центр, а затем обтачиваю заготовку до круглой формы. И алюминий, и пластик, материалы мягкие и обрабатываются просто замечательно. В центре фрезерую паз для прохождения хвостовика. Фрезерую на сверлильном станке, поскольку никак не отремонтирую свой настольный фрезер. Хотя я уже привык использовать для фрезерования сверлильку, нужно признать. Вполне может быть, что мой самодельный фрезер канул в лету. К сожалению. Для очистки краски использую специальную смывку. Правда, придется некоторое время подождать, минут 10-15, в зависимости, какая краска нанесена. Теперь нам необходим какой-нибудь декоративный элемент. Думаю, меня мой сосед выручит с этим вопросом. Пришел соседу на выручку, как всегда. Мне нужны украшательства, будем украшательства. Временно с помощью суперклея креплю к деревянной заготовке крокодила, обвожу контур с помощью простого карандаша и демонтирую металлическое животное. Вырезаю дерево по контуру с помощью ранее изготовленного из надфиля резца. При кажущейся простоте задачка без опыта далеко не простая, я вам скажу. Особенно учитывая твердость древесины. В общем, я испортил заготовки 4, наверное, пока не добился нужного мне результата. Да, конечно, я мог бы умолчать о своих неудачах, но мне всегда казалось, да и кажется, собственно, что всегда лучше быть честным и перед собой, и перед окружающими. Изготовлю латунную втулку. Точнее, втулка у меня имеется, необходимо только нарезать не резьбу М3. Получившуюся резьбовую втулку устанавливаю в обратную сторону ручки. Чтобы, так сказать, закрепить успех, использую двухкомпонентный клей. С помощью винта с потайной головкой креплю накладку заднего торца. Размечаю, отрезаю ненужное и шлифую до получения единой плоскости. Закругляю также и острые углы для более удобного хвата рукоятки. Обработку произвожу наждачной бумагой разной зернистости. Можно было бы, конечно, вообще пройтись резцом, но наждачкой процесс происходит быстрее. Разумеется, для защиты дерева от различного рода агрессивных воздействий покрываю его лаком. При этом, чтобы лак как можно глубже проник в волокна, использую вакуумную камеру, которую мы изготавливали в предыдущем видео. Пока лак окончательно не набрал прочность, приклеиваю декоративный элемент. Таким образом получается как бы двойное крепление. Лак плюс эпоксидная смола. Уверен, что когда все высохнет, нашего аллигатора, с вашего позволения сказать, и зубами с его места не отцепишь. В тот момент, пока ручка сохнет, я немного отполирую клинок. Хозяин этого самого клинка говорил, чтобы я его оставил как есть. Но с полировкой внешний вид будет гораздо более привлекательным. Надеюсь, он, я в будущем хозяине ножа, ругаться на меня за это не будет. По сути, последнее, что предстоит сделать, так это подготовить две маленькие заклепки. Изготавливаю их из винтов М2,5. Процесс прост. Обтачиваю до момента исчезновения шлица. Полирую и готово. С помощью этих заклепок будет фиксироваться верхняя накладка. Напоминаю, что изначально я планировал сделать ее из двухслойного материала. Но потом передумал. Мне кажется, что сталь здесь гораздо более уместна, нежели пластик с алюминием.
Вот такой ножичек получился. Весьма неплохо, весьма. Как считаете? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. Кстати, хочу пригласить вас на свою страницу в Instagram. Там вы сможете первыми узнать о будущих видео. И там же мы сможем дополнительно с вами общаться. Ссылка будет в описании. Пока. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей. Тебя весна моя, я знаю, увлекся. Мораль какова? А такова. Используйте нож только в мирных целях. И исключительно. Для разделки тушки яблок, груши, курицы в конце концов. Только в мирных целях. Значит, есть им побольше витаминов. Как говорила моя учительница по английскому в далеком 58-м году. If you want to be okay, eat the apple every day. Прохор Николаевич плохого не посоветует никогда.